Финалы. Один. Во всех финалах встречаются эти два спортсмена. Итак, Дэвид Шип, главная судья. Слева Цыпин Кокс, справа Пушкарь, борьба. До 4 побед. Всего 6 поединков. Если будет 3-3, будет дополнительный поединок. Надо сказать, что никогда еще спортсмены не проводили между собой. Именно эти спортсмены арфайт. На левой руке они боролись, на правой никогда у них не было пока такого шанса. Вот сегодня решили проверить, кто же все-таки сильнее вот в таком мини-марафоне. Поединок обслуживает реквизиторы и Держи. Плечо поднимай! Поднимай плечо! Плечо поднимай!
Вода, плечо. Хорошо. Плечо поднимаем. 2-0 идет Денис. Редко видишь такую борьбу. Мы вспомнили о весеннем моду, а вчера смотрели с вами открытие паралимпийских игр. И многие из нас видели другого нашего товарища Алексея Ашапатова, который передавал эстафету олимпийского огня, тоже состоялся как большой спортсмен. Сначала в армрестлинге, потом ушел в легкую атлетику, стал чемпионом паралимпийских игр уже 4 раза, толкать ядра, метание диска. Итак, очередной поединок, Ушкарь Цыпленков. Давай. Пальцы. Пальцы. Плечо подводь. Плечо подводь. Хорошо, правильно. Подводь плечо. Не. Давай. Оп, давай. Не.